Добрый день! Рада всех приветствовать на канале. И хочу вам показать сейчас свои спиреи. У меня есть спиреи, которые растут уже больше 20 лет, а есть спиреи, которые посажены только вот в этом году. Есть несколько кустиков, которые я посадила в прошлом. Вот эта спирея. Она посажена в этом году, и посмотрите, как она уже буйно цветет. Эта спирея, она цветет только вот сейчас весной, вот такой шапкой прям белых цветов. Потом она цветает, и все лето стоят такие вот, ну, кустики зелененькие, очень довольно-таки симпатичные. Еще одна спирея. Эту спирею я сажала в прошлом году. У нее листики вот такие интересные, с желтым окрасом. Она будет цвести немножко попозже. Тоже такая вот красавица. Так, сейчас следующую. Так, ну вот эти спиреи у меня растут. Кусты больше 20 лет, я их никогда не обрезала, не укрывала, вот ничего с ними не делала. У меня здесь три огромных куста. Вот еще один куст. В этом году я решила их полностью омолодить. Спиреи, именно как эти называются, я, к сожалению, не знаю. У одной вот такие красные листочки, у второй спиреи зеленые листочки. Цветут они по-разному и цветут все лето. Одна цветет розовыми зонтиками, а одна цветет спирея розовыми метелочками. В этом году вот я решила их полностью обрезать. Прям половина кустов я просто срезала. И какая вот зима была, да, у нас там этого года, что очень много растений пропало, там и деревья даже некоторые не пережили зиму. Вот, пожалуйста, распускается. Если бы я ее не обрезала, листиков было бы уже намного больше. Еще две спирейки в моем саду. Это спирея Golden Princess. Вот с такими красивыми листочками. Цветет она розовыми цветочками. Растение невысокое. Сажала я ее в прошлом году кустиком. Ничем не накрывала, не окучивала. Вот как вышла из зимы. И листочки уже распустились. Очень красиво. И вот эта спирейка, это, которую я вам показывала в предыдущем ролике. Это новиночка. Вот такие у нее красивые листочки, как розочки. Еще одна спирея тоже новинка. Посадила в этом году вот с такими красными листиками. Очень нарядная, очень-очень красивая. Ну, в этом году наверняка она не будет цвести, но самое главное, вот листва у нее красивые. Посмотрим, как она будет себя чувствовать летом. Еще одна спирея. Тоже новиночка. Тоже посадила я ее в этом году. И посмотрите, у нее здесь вот плохо, может быть, видно бутончики. Это спирея серая, или как ее в народе называют, невеста. У нее такие поникающие веточки, и они все будут покрыты белыми цветами. Просто будет водопад, фонтан цветов. Еще одна спирейка, тоже она новиночка в этом году. Вот у нее только был несколько вот цветочков. Я ее тоже только посадила. Зеленые листики такие удлиненные. И тоже цветет она охапнута такими вот как цветочками беленькими, которые собраны в соцветии. Тоже очень красиво. Так, вот эту спирею я получила из интернет-магазина. Листики у нее распускаются, но она еще, наверное, до конца не принялась, но немножко в таком состоянии. И
последняя спирея, которая у меня в саду, тоже я посадила ее в этом году. Это самая высокая спирея, как говорят, с самыми крупными листочками. Они вот, когда молодые, они таким с красноватым оттеночком, а потом они меняют цвет, а осенью эти листики размером с ладошку, они вот будут разноцветные. Вот такие красавицы. Посмотрим, как будут себя чувствовать летом. Будем за ними наблюдать. Всем спасибо за внимание. Всем добра, здоровья, удачи. До свидания.